Всем привет! А сегодня мы будем слушать Фараона, и песенка называется «Омега». Совместно на фите, да, Дестрой Лонли. Лонли, Дестрой. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть, пока что еще есть в Ютубе, мы есть в группе ВКонтакте, и мы есть, у нас есть группа в Телеграм-канале. Можете заходить к нам на огонек, можете донатить. Если вы донатите сюда нам напрямую за 1000 рублей, то мы слушаем вашу песенку, наверняка послушаем. Если у вас нет таких средств, то можете задонатить в Телеграм-канал. Там за маленькие достаточно деньги можно заказать песенку, и «Колесо фортуны» может выбрать именно вас. Надеюсь, что так и случится. Ну, также напоминаю, что 3 книги, которые я уже написала, выложены на Литрес. Рекомендуйте их друзьям, если не читаете сами. И игровой канал, который есть у моего сына Максима, тоже ждет вас. Итак, ну а мы слушаем Фараона с его треком «Омега». Эти суки хотят ближе. Я под дождем рит. Fashion danger, fashion demon. Мир несправедлив. Лапки снова летят на киви. Эвакуем стиль. Пока линия уже горит. Ледяной ночью я без молитв. Прошел съебал твое эго. Я разберу их крюху, будто лего. Для миллиона суки альфа и омега. Форс мулы и они. Она везде, но она берет в рот всех порошок. Я выпускаю фок, они все знают, что я как бы поставил кад на суку, красный лим, будто бомбе. Они все в минусе, эту идею, сука, они все в кризисе. Я Тони Старк, просто, сука, учились. Пиздец, музыка милость, когда пришли все эти уебаны. Сука, там мразят не на экране, я унесу их всех перед ногами. Я не могу смотреть на дроп и рик. Я не могу смотреть, как одеваются русские рэперы. Хлук мог убить. Говори, сука, не говори пик. Мне очень скучно, они говорят, что был пик. Но я разве сажаю на пик? Я не могу слушать тех, кто не сделал тысячной части того же, что мы. Я ебал твое эго. Я разберу их крюху, будто лего. Для миллиона, сука, я альфа и омега. Форсы, мулы и они белее снега. Я под те, чтобы я, друзья мои, поняла, эту песенку лучше слушать без смысла, не вникая в слова. Когда ты не вникаешь в слова, то она достаточно оригинально звучит. Но как только ты там вникнешь, про что он, сразу как-то это, не хочется ничего. Вот лучше так, да? Когда вообще просто так, без слов. У меня вот к этому треку достаточно неоднозначное отношение. То есть, ну, с одной стороны, вот этот вот стиль, опять, который я не очень люблю, вот этот размазанный по маслу, вот это вот обкуренный как будто бы, вот, он присутствовал. С другой стороны, здесь было очень много таких фишечек, и вот эта вот размазанность по маслу не была настолько
явно выражена, она была замаскирована за многими-многими разными переливами, какими-то оригинальными фишками. И в общем, короче, вот все, что тут намешано на картинке, вот это все присутствовало и в музыке. Вот. Поэтому ну, я не могу сказать, что мне не понравился этот трек. Опять же, то, что я когда слушала, там, про что он там городил, вот, мне это не очень нравилось. Опять вот это вот обращение к женщине неправильное, вот это вот много вот каких-то вот еще таких вот самовлюбленных, самоуверенных фраз. Вот. Но если не придираться к словам и не слушать основной вот этот вот посыл того, что он там говорит, какой он крутой, а все остальные непонятно кто, вот, ну, именно женщин, да, кем он там является для них, то в целом песенка, мне кажется, была неплохой. Итак, поэтому, ну, вот сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Значит, ну ладно, название раскрыто. Изюм был, и две единички за это получает. За слова 6 баллов, не хочу даже вот как бы вот за смысл, все было не очень. Вот. А музыка вот размазанность присутствовала, поэтому 7 баллов за это. Но за атмосферу и вот за какую-то такую оригинальность вот 9 баллов. Поэтому 24 балла получилось, делим на 3, получается 8 баллов, получает Фараон. Давно мы его не слушали, не могу сказать, что когда он вернулся, что-то стало сильно круто, но в целом его изменения в творчестве я заметила. И это неплохо. Всем пока!